Андрей, когда я увижусь с мужем и что нужно читать, чтобы он был жив и здоров, он в Николаеве. У дочери мало грудного молока. Чем можно помочь? Спасибо. Если мало грудного молока, необходимо заваривать рыльца кукурузы. Берется одна столовая ложка рыльца, заливается кипятком, после этого есть еще второй вариант. Берется лист будяка или амаранта. И вот этот лист высушивается в духовке, тоже перемалывается, заваривается. Одна столовая ложка на стакан воды кипятка и тоже пьется. Посмотрите, травы. Мята, насколько я помню, тоже может активно помогать. Посмотрите, что позаваривать, и 100% поможете. Когда увидитесь с мужем, скорее всего, до ноября уже увидитесь. Не переживайте. У него будет хорошо, вы с ним встретитесь.